Именно эти люди, не жалея своего здоровья и сил, отстаивают честь Мурома на соревнованиях. Лидером по числу завоеванных в 2012 году побед, безусловно, можно назвать муромского тяжелоатлета Геннадия Муратова, последнее из достижений которого – титул чемпиона мира по тяжелой атлетике среди студентов. Прославляет родной округ и Дмитрий Кабанов. В нынешнем году он выполнил норматив мастера спорта международного класса по зимнему полиатлону. Благодарности и премии глава округа Муром Евгений Рычков вручил лучшим муромским спортсменам, тренерам, активным спортивным волонтерам, командам-победительницам спартакиады среди косов, а также тем комитетам общественного самоуправления, где наиболее эффективно поставлена физкультурно-оздоровительная работа. Сегодня мне очень приятно приветствовать наших лучших спортсменов и лучших тренеров, которые внесли наибольший вклад в развитие спорта в городе Муроме. В этом году он у нас достаточно успешно прошел. Мы как-то так в спартакиаде стали подниматься из неприличных для Мурома этих низких мест. Поэтому я уверен, что в будущем году будем бороться за победу, будем бороться за призовые места. Только за победу на призовых местах. Поэтому очень хочется, чтобы каждому из вас, ребята, сопутствовал в будущем году удачи, чтобы те цели, которые вы уже достигли, и сегодня мы честно вам за это, стали лишь некой базой, да, для дальнейших успехов. И очень хочется, чтобы ваши воспитанники, ваши тренеры всегда были рядом, вставляли вам правильный план работы, выводили вас в нужное время на пик формы, чтобы все конкуренты вас уважали и боялись. В семье Лисовых сегодня особенный праздник. Гранты главы сегодня удостоены сразу два ее члена. Мама – тренер-преподаватель по пулевой стрельбе детско-юношеской спортивной школы АК и сын Андрей – лучший спортсмен по итогам уходящего года. Ну, наверное, все-таки генетический материал, который был заложен у меня, то есть все-таки дал свое направление, скажем так. Благодарна судьбе за то, что так получилось. Что сейчас, вот уже 23 года за плечами, но желание работать и также воспитывать ребят, и чтобы они полюбили наш вид спорта так же, как мы любим его с Андреем. В числе награжденных и юная звезда легкой атлетики Данила Смирнов. Талантливый муромский парень сегодня живет и тренируется во Владимире. На его счету победа на всероссийских соревнованиях и личный рекорд области. А ведь начинал заниматься бегом Данила для того, чтобы, выступая на соревнованиях, можно было прогуливать уроки. Через несколько лет спорт стал его жизнью. На первом месте, я считаю, спорт сейчас. Больше нет интересов. Да, сейчас, по крайней мере, попасть на Олимпиаду, пробежаться с Усейном Болтом. Сегодняшняя премия для кого-то заслуженная награда, а для Данилы и других молодых спортсменов это лишь один из моментов в большой спортивной карьере. Мы на это очень надеемся.